Да, вот в связи с этим такой вопрос. Мы сейчас создаем международную организацию по борьбе с Путиным, по борьбе с путинской агрессией. Раньше это был комитет по борьбе с Путиным с 2006 года, который я имел честь возглавлять. Сейчас мы решили, так сказать, расширить, поскольку у нас есть, к сожалению, люди практически во всех странах мира. Вот так случилось, что результат путинской деятельности – это лучшие люди России сейчас разбегаются, прячутся от, в общем-то, путинской тюрьмы, да и не только тюрьмы, ты сам понимаешь, то есть там могут и новичка подкинуть, и все что угодно. Поэтому вот такой прямой вопрос. Я предлагаю тебе вступить в комитет по борьбе с Путиным, но международная организация будет несколько иначе называться. Мы обсудим это и проголосуем. Да я уже давно де-факто в этом комитете, грубо говоря, потому что вынужден вести разъяснительную пропагандистскую работу, которая, безусловно, направлена на ослабление режима. И чем быстрее он этот режим сменится, тем лучше для России, безопасно, кстати говоря. Но лично я, если вот честно говорить, Вячеслав, я очень много над этим думал. Я считаю, что, может быть, комитет нужно создавать не против Путина, а создать общее гражданское движение за рубежом. У нас очень много сегодня разных людей оказались в выдавленной стране, очень много талантливых, умных, ярких, полезных России людей оказались за пределами страны. И, наверное, создавать какое-то общегражданское движение довольно широкого политического спектра из российской вынужденной оппозиции и координировать ее деятельность. Вот мне кажется, это очень важный вопрос. Я о нем много думал. Может быть, я пока активно не готов в этом сам организовывать, но вот я считаю, что все равно вот объективная потребность в создании такого широкой платформы гражданской за рубежом, она необходима. Я считаю, что это будет очень полезно, потому что я все время говорю, что наши все вот нынешние современные режимы 21 века, авторитарные и диктаторы, они все не про идеологию. Уже нет там идейной классовой борьбы, нет уже различных систем противостояния там всяких коммунизмов, капитализмов. Есть демократия и есть диктатура. Демократия развивает страну, обеспечивает лучшие условия для жизни народа, идут вперед, они ведут цивилизацию вперед. А диктатуры, они тянут назад, и они опасны для цивилизации. И все нынешние режимы, все нынешние, там, в Иране, в Китае, авторитарные режимы, я считаю, там, в различных африканских, там, ну и так далее, они все про деньги. Они все про незаконное обогащение, они все думают как, что мы сейчас наворуем денег, мы свои, но семьи мы все свои отправим за рубеж. Потому что ну и нахрен это в России, ну и нахрен этот Иран, ну и нахрен там эту какую-нибудь там Корею Северную, зачем, или там, вот там Каддафи был когда, в Ливии там и так далее. Мы свои семьи в Оксфорд, в Кембридж, в Сорбонне, в Лондон, в Ницце, так сказать, в Майами отправим. Пусть там десятки поколений на наши наворованные деньги живут, а мы здесь как-то будем дальше терпеть эти ужасы своей страны, призывать граждан к осажденной крепости и воровать, потому что нашим семьям, так сказать, чтобы на 10-15 поколений хватило. И вот если Запад это поймет, и если это поможет объяснить, допустим, гражданское движение, которое возникнет за рубежом из новой иммиграции, волны иммиграции, ведь у нас разные волны миграции. Я вижу, сколько здесь ватников находится, так сказать, за рубежом. Сколько людей, которые просто вообще, ну, просто доживают. Да, они вообще ничего не хотят. Они уже давно утратили связь с Родиной. Им ничего не нужно. И вот нужно образовывать это общее гражданское движение из новой волны иммиграции для того, чтобы разъяснять Западу, что главный, ключевой момент борьбы диктатуры демократии – это персональные санкции и финансовые расследования происхождения вот ворованных, награбленных у различных народов капиталов. Вот ключевой момент. И если бы такое движение гражданское было бы создано, сформировалось, в него вошел бы широкий спектр российских деятелей, гражданских активистов, политиков, просто неравнодушных людей, это было бы очень полезно для ослабления режима и ускорения его смены. Вот, на мой взгляд, что надо делать. И я в этом отношении считаю, что это крайне полезно. Любая инициатива в этом направлении полезна. Любую инициативу считаю правильной. Мы вот так рассуждаем, Ген. Мы считаем, что сейчас вот
долгое время уже крайне важно, чтобы люди обозначили свою позицию, как они относятся к Путину. Понимаешь, это очень Путину, да. И это принципиальный вопрос. Как спрашивают, Путин хуйло. Ну все, вопросов нет. Понимаешь, потому что если создавать организацию с любыми целями, кроме борьбы с Путиным, то в организацию, где будут бороться с Путиным, все равно попробуют внедриться. А если будут цели еще более широкие, то у Путина гораздо больше денег, чем у всех членов этой организации возможных. Поэтому они просто забьют финансами, продвинут каких-то людей и просто возьмут власть над этой организацией. Ну, мне так не кажется. Не смогут. Вот здесь они сейчас не смогут, потому что мы видим это на примере интернета. У них больше денег, у них больше там компьютерщиков, у них лучше компьютер, у них там еще что-то, у них там возможность бесконечно оплачивать трафик и так далее. Сеть интернет не принадлежит Путину. Да. Это та свободная площадка, которая ему не подконтрольна. Почему? А потому что миллионы свободных граждан там участвуют. И они не дадут никому превратить ее в дополнительный инструмент пропаганды там, или каких-то ценностей, которые исповедует нынешний режим. То же самое с общегражданским движением. Этого не произойдет, потому что оно, конечно, будет застрено агентурой. Конечно, застрено агентурой влияния в том числе. И различными людьми, и провокаторами. Но оно быстро освободится от этого. Потому что когда он начнет действовать, когда он начнет проводить какие-то шаги, когда, ну, например, совершенно очевидно сегодня важно создание массива базы данных, ну, условно говоря, там какой-нибудь общественный вердикт. Вот всех пособников, которые, благодаря которым сегодня вершатся неправосудные приговоры, совершаются репрессии, фальсифицируются дела, которые там преследуют людей, увольняют, вот сейчас 100 сотрудников уволили, там сотни сотрудников метро, значит, кто-то должен за это ответить, правильно? Да. Вот такое нужно создать базу данных централизованную, куда на основании данных, документарных, подтвержденных фактами, должны включаться люди, которые являются пособниками нынешнего режима, организаторы репрессий, люди, отдающие преступные приказы, люди, совершающие преступления против народа. Надо это делать? Надо это делать. Это сложно, тяжело, это рисково, я понимаю. Но кто-то обязательно все равно это будет делать. Я знаю, там некоторые организации уже свою так потихонечку на коленке базу данных это делают. Я думаю, что это надо на будущее. Надо в организации говорить, договариваться о каких-то будущих реформах, формах правления, конституционных реформах, реформах там, органов власти там, и так далее. Там, парламентская республика, президентская республика, такая конституционная реформа, сякая конституционная реформа. Но надо договариваться на берегу, что будем делать после Путина. Путин не вечен, да, по-любому не вечен. Чем быстрее, конечно, мы поможем ему уйти, тем легче, лучше и безопаснее для России. Но вот мы должны к этому готовить концепцию развития страны, понимать, какая власть должна быть. У нас же страна-то все есть в стране, кроме нормальной власти. У нас территория есть, народ умный, грамотный, образованный, есть талантливый. Все есть, там школы есть, культура есть. Там прочее, там база материальная есть, ресурсы есть, все есть, у нас власть безобразная. Вот мы должны уже сейчас формировать какую-то повестку единую, ну, по крайней мере, общую. Мы должны как-то к этому готовиться. Ну и так далее, там мы должны, наверное, думать о том, как живут вот семьи наших чиновников, которые являются опорой режима. А чьи это они так жируют? А чьи это они так жируют? Они имеют на это право? А где у них деньги? Откуда они взяли? У народа и в тумбочке. Но это не совсем правильно. Значит, надо помогать в этом отношении каким-то финмониторингом, который работает на основании там, конвенции по борьбе с коррупцией, конвенции по борьбе с отмыванием денег, выявлять эти факты. Ну, то есть, достаточно большая работа могла бы быть взята под ответственность какой-то там диаспоры российской новой, которая бы там сформировала какое-то движение. Ну, вот и так-то тогда, наверное, это была бы серьезная помощь в ускорении перемен, которые в России неизбежно наступят. Вот я так вот вижу работу. Ну, у нашей организации четкая программа, я
не знаю, ты знакомый, если не знаком, я пришлю ее, четкая программа о том, что мы делаем, да, что мы делаем с Путиным и что будет потом. То есть для нас... Путин это всего лишь верхушка пирамиды номенклатурной бюрократии, которая является, которая захватила власть в стране и которая извлекает выгоду из своего владения этой политической властью. Это огромный, ну не огромный, но большой, многочисленный, миллионный слой семей номенклатуры, которые, в общем-то, все прелести России обратили в свою пользу. Ну вот только что напечатали сейчас, что 120 семьям России принадлежит треть всего капитала, который производит внутренний валовый продукт. Треть. Одна треть России принадлежит 120 семьям, подавляющее большинство это. Путинское окружение, подавляющее большинство. То есть вот надо понимать, что это тоже надо противодействовать. И тоже надо вести серьезную работу и в этом направлении. Потому что Россия – это не только Путин, это огромная армия жадных, коррумпированных, абсолютно беспринципных, бессовестных чиновников, в первую очередь, прикормленных предпринимателей, олигархов, на которых держится этот режим. И понятно, что Путин и, как бы, так сказать, лицо этой власти, он главный, так сказать, там, главный командующий всей этой системы, главный бенефициар, мы знаем, по этим дворцам его там, по расследованию Навального, какие там дворцы у него, и не только, так сказать, по расследованию Навального. Вот. Поэтому вот надо понимать, что Путин является верхушкой пирамиды, угнетающей страну и грабящей страну. Это класс бенефициаров, номенклатурной бюрократии. Когда-то была партноменклатура, сейчас вот нынешняя бюрократическая номенклатура, которая поработила страну. Ну, мы думаем, что страна, в общем-то, государство Российской Федерации захватило нашу страну, а государство приватизировано Путиным. То есть это частная, ну, да, на самом деле, структура, как мы понимаем. И когда вот сейчас говорят, что треть ВВП принадлежит путинцам, может быть, треть ВВП, но им принадлежит вся Россия. Вот в чем парадокс. Да. Нам, да, же, да, не принадлежит ни грамма. Мы можем там считать, что на народ вот уходит вот столько и столько. А с точки зрения поделиться властью, сколько в этом, так сказать, процентов, да, во власти. Нисколько. Народ? Нисколько. Да?